Знаете, почему эта коробка очень много весит? Потому что в ней 350 карт. Да, коробка полностью заполнена игровыми компонентами. На каждой карте есть вопрос, ответ на который вы, скорее всего, не знаете. Допустим, чем необычен международный аэропорт Гибралтара? Или чем в последние годы занимался сыщик Шерлок Холмс? Откуда можно знать ответы? Но настольная игра «Это фейк» — это игра-викторина, в которой можно победить, даже не зная правильного ответа. Скептик берет карту и зачитывает вслух вопрос. На летних Олимпийских играх 1908 года легкоатлет Форест Смитсон завоевал золото в беге с барьерами и в этот момент имел при себе необычный предмет. Какой? Затем отдаете карту знатокам, то есть тем, кто играет с вами за одним столом. Они переворачивают карту и узнают правильный ответ. Он там написан. Теперь их задача вас запутать и придумать более убедительный неправильный ответ, то есть фейковый. Когда знатоки готовы вас обманывать, скептик опять берет карту с вопросом, зачитывает его и получает от каждого знатока по одному ответу, среди которого обязательно будет один верный. Допустим, один говорит, у него на голове была зимняя шапка. Второй говорит, у него в руках была книга. А третий говорит, у него была с собой фотография, свернутая трубочкой с изображением брата. И теперь скептик должен отбросить ответы знатоков, которым он не верит. Допустим, показывает пальцем на этого знатока и говорит, твой вариант ответа — это фейк. Если вариант знатока на самом деле был выдуман, он теряет жетон победных очков, выдвигая его в центр стола. А скептик продолжает и, показывая на другого игрока, говорит «И твой вариант фейк». А если это на самом деле был правильный ответ, то знаток сохраняет свой жетон победных очков, а скептик теряет те жетоны, что заработал в этом раунде, и они сбрасываются. Теперь новым скептиком становится другой игрок за столом, а все остальные превращаются в знатоков. Попробуйте сыграть в настольную игру «Это фейк», и вы убедитесь, что получать знания еще никогда не было так весело. Желаем вам приятного. На игры.